Многоуважаемые жители Ульяновской области, имею честь от имени Аграрного комитета Законодательного собрания, а депутатов Аграрного комитета поздравить вас с наступающим Новым годом. Самое главное – это смотреть с уверенностью в завтрашний день, верить в то, что этот Новый год принесет действительно нам много добра. Бесспорно, свершений, бесспорно, побед. А самое главное – то, чтобы у всех у нас было здоровье, да, чтобы у нас был праздничный, наполненный стол. Самое главное, чтобы была радость в доме, радость в семье, радость на работе и в жизни. Всего самого хорошего.